То, что вы увидите, произошло в реальной жизни. Мы изменили только имена и фамилии. Посмотри, как я любуюсь тобой, как Мадонной Рафаэлевой. Настенька! Ну вот, платье порвали. Эти не дешевые ведь. Что-то тебе в последнее время часто плохо бывает. Настя Скопцева, 27 лет. Продавец в книжном магазине, не замужем. И в этом ЗАГСе, и в ювелирном, когда кольца выбирали. Ой, да я сама не знаю, что со мной. Спокойно тебе, Настенька. Иван Петрович Красносельский, 51 год, жених Насти. Насте стыдно было признаться, что это всего-навсего паника. Но приступы удушья случались все чаще. И девушка поняла, что ей нужна помощь специалиста. В последнее время случаются какие-то странные приступы боли и удушья. Вот я задыхаюсь и ничего не могу с этим поделать. Скажите, а в каких ситуациях обычно происходят такие приступы? Ну, например, когда вы одна или с кем-то? Галина Тимошенко, психолог. Ну, с кем-то. То есть с Иваном Петровичем. Это мой будущий муж. Очень интересно. Ну, конечно, есть такой принцип римского права после того, не обязательно вследствие того. Но, тем не менее, в жизни такие вещи обычно о многом говорят. Галина Тимошенко рассказала Насте о том, что обычно подобные приступы обозначают нерешенные психологические проблемы. Она предложила девушке выяснить причины паники, чтобы успешно с ней бороться. Да вы знаете, наверное, вот все это связано с его, то есть с нашей свадьбой. Настя рассказала о своих отношениях с Иваном Петровичем. Он был лучшим другом ее отца. Когда родители Насти погибли, он взял на себя заботу о девушке. Настя была очень благодарна Ивану Петровичу. Вот, а когда мама с папой погибли, у меня случился нервный срыв. И вот Иван Петрович меня очень долго выхаживал. Он переселился к ней в квартиру, доставшуюся от родителей. А однажды ночью, когда Насте было очень страшно, она сама пришла к нему. С тех пор они вместе. Но Настя никогда не любила Ивана Петровича. Ну вот в последние полгода он так хотел нашей свадьбы. Однажды мне его стало жалко, и я согласилась. Я, знаете, действительно думала, что я смогу выйти за него замуж. Вот за последний месяц все так изменилось. Настя рассказала Галине, что познакомилась с симпатичным парнем. Девушка? Да. Посоветуете что-нибудь почитать? Алексей Ярцев, 29 лет, инженер на военном заводе. А вам серьезно или так? Да уж серьезнее некуда. Мне так уже неинтересно. Ну, тогда возьмите что-нибудь из классики. Например, «Сто лет одиночества». Многовато будет. Мне их своих уже девать некуда. Ну, тогда «Войну и мир» или «Идиота». А что-нибудь про умных людей у вас нету? Да у нас тут все про умных. Это просто название такое. Знаете, честно говоря, я не очень люблю читать книги. Ну, все там как-то слишком сложно. Жизни настоящей нет. А что же вы тогда ходите сюда 2 недели? Почти каждый день. Ну, а что, записываете мой каждый приход? Алексей признался, что приходит в магазин из-за Насти. Он пригласил девушку на свидание. Настя вначале отказывалась, но Алексей сумел ее уговорить. В тот счастливый день Алексей и Настя поняли, как много у них общего и как сильно они нуждаются друг в друге. Мне ни с кем и никогда не было так хорошо, как с Лешей. Но я обещала выйти замуж за Ивана Петровича. Я теперь просто не знаю, что делать. Вы так интересно сказали, его свадьбы. Об очень желанном событии так не говорят, согласитесь. Психолог предложил Насте допустить ситуацию, что на самом деле эта свадьба нужна только Ивану Петровичу. И что же будет потом? Пройдет какое-то время, и Настя поймет, что ей была нужна совсем другая жизнь. И, возможно, другой человек рядом. А к этому моменту жизнь с Иваном Петровичем будет налажена, возможно, даже появятся дети. Что тогда?
Но Настя боялась даже думать о том, чтобы отменить свадьбу. Ну да. Понимаете, он так надеется. И чтобы не обмануть его надежды, вы готовы пожертвовать собственным счастьем. Может, дешевле обойдется, если вы рискнете быть честной? Иван Петрович, я так виновата перед тобой. Простите меня. Черт. Как мне все ему сказать-то? Ну, как сегодня себя чувствует моя ненаглядная девочка? Нормально. В тот день Настя так и не объяснилась с Иваном Петровичем. Шло время. Настя с Лешей виделись почти каждый день. И Настя была счастлива, как никогда. Может, пригласишь меня к себе? О, не, Леша, извини, не могу. Что, у тебя там кто-то есть? Да не, ну что ты. Никого нет. Настя не смогла рассказать Алексею о присутствии в ее квартире и в ее жизни Ивана Петровича. И они договорились, что в следующий раз Настя пойдет в гости к Леше. Куколка моя, ты почему не спишь? Поздно ведь. Что-то не могу уснуть. По-моему, твое состояние только ухудшается. Тебе надо что-нибудь выпить успокаивающее. Да не нужно мне ничего. Я сама справлюсь. Я сегодня на кухне буду спать. Одна. Ладно? Да. Привет. Но на следующий день Иван Петрович все-таки принес успокаивающие таблетки. Он очень беспокоился за Настю. Она же говорила, что я хочу сама справиться. Доведешь ты себя, Настя. Ну, я тебе как врач говорю. Мне психолог посоветовал. Не доверяю я твоему психологу. Ну, Настенька, лучше бы лекарство пила. Настя действительно хотела обойтись без таблеток. Но когда через несколько дней Иван Петрович принес новое свадебное платье, девушка пережила такой сильный приступ удушья, что испугалась не на шутку. Ну, что ты так разнервничалась, ну, детка? Ну, это все от того, что я принес это новое свадебное платье. Так больше не может продолжаться. Правильно. Правильно, тебе нужно срочно лечь в больницу на обследование. Не надо никакой больницы. Слушай, нам надо с тобой серьезно поговорить. Ну, о чем? Времени мало, скоро свадьба. Не будет никакой свадьбы. Как это не будет? Почему? Я не хочу. У меня есть другой. Настя рассказала Ивану Петровичу о том, что встречается с Алексеем. Она любит его и хочет, чтобы они жили вместе. Новость повергла Ивана Петровича в шок. Столько лет заботился о тебе, холил, лелеял, пылинки с тебя сдувал. А ты променяла меня на какого-то мальчишку? Неблагодарная. Извини. Ты уходишь к тому, кто моложе. Наверное, так и должно быть. Ну, спасибо, что понимаешь. Да, ну, только давай останемся друзьями. Ну, ведь я был другом твоего отца. Хорошо. Я же... Доверяй мне. Я дурного не посоветую. Хорошо. И еще. Можно я еще немного поживу с тобой? Ну, я же квартиру сдаю, и пока до конца месяца не могу расторгнуть договор. Ну, ладно, я не против. Объяснение с Иваном Петровичем наконец-то состоялось. Но Настя еще не знала, что ее ожидают новые проблемы. Мам, познакомься, это Настя. Здрасте. Ну, во-первых, не здрасте, а здравствуйте. Регина Федоровна Ярцева, 52 года, мать Алексея, бухгалтер в фирме по продаже радиодеталей. Простите. Вообще-то воспитанные люди встают, когда человек старше их входит в помещение. Мам, ну зачем ты так? Лешенька, я просто пытаюсь понять, с кем познакомился мой сын. А работаешь ты где, милочка? Продавцом. В книжном магазине. Я так и поняла. Судя по твоей одежде, платят там не очень. Мам, я тебя прошу, перестань. А что я такого сказала? Мне это неприятно. Сынок, ну раз ты настаиваешь... Почему ты ей не ответил? Я ответил. Ты ответил. Только так, для галочки. Слушай, не делай из мухи слона. Леша,
Она меня здесь унижала, как хотела. А ты сидел и молчал. Знаешь, может, я не богатая, но я тоже человек. Собираясь замуж, Настя Скопцева еще не знала, каким кошмаром обернется для нее эта свадьба. Чем ближе было торжество, тем чаще на Настю нападали приступы панического удушья. Настя понимала, что это болезнь не тела, а души, и поэтому обратилась к психологу Галине Тимошенко. Галина выяснила причину страхов Насти. Она не хотела выходить замуж за Ивана Петровича Красносельского. Он был старым другом отца Насти и очень помог девушке после смерти ее родителей. Настя была благодарна Ивану Петровичу, но любила совсем другого. Да, она об меня ноги вытирала. А он... Иван Петрович предположил, что из-за ссоры с Лешиной мамой у Насти снова могут начаться приступы и настоял на том, чтобы Настя приняла лекарство. Ну, ладно. Ладно, только один раз. Но разговор с Иваном Петровичем не успокоил Настю, и она снова обратилась за помощью. Регина Федоровна меня ненавидит, и она не хочет, чтобы мы с Алексеем встречались. Угу. Давайте попробуем посмотреть, какие у вас есть варианты. Первый – это терпеть мать Алексея. Ну, это будет не очень-то приятно. А второй вариант? Второй – это жить с Алексеем у вас дома. А Иван Петровича попросить выехать в ближайшие дни. Кстати, а как сейчас у вас отношения с ним и как приступы? Да, вроде бы нормально. Но вы знаете, у меня приступы случаются, когда он рядом. Да, я поняла. Я только при этом не понимаю, зачем тогда с ним встречаться. Вроде бы отношения с ним вам не так уж нужны, да еще приступы эти. Вы понимаете, он... Очень долго был другом моего отца. Я так не могу. Я привыкла ему доверять на все 100%. Обдумав разговор с психологом, Настя все-таки выбрала первый вариант. Она решила наладить отношения с Региной Федоровной. Регина Федоровна, здрасте. Ой, здравствуйте. Что тебе угодно, милочка? Регина Федоровна, я не хочу с вами ссориться. Я очень люблю Лешку. Я хочу, чтобы вы меня признали. И что? А, вот, небольшой подарок. Это очень модный и интересный роман про бухгалтера. Это ты подарочком задобрить меня хочешь? Ну, я от всей души. Сначала ты хочешь украсть у меня сына, потом от всей души. Мне не нужны твои подарки. Я не отдам тебе сына. Насте казалось, что из-за этих ссор ей с каждым днем становится хуже и хуже. У нее начались сильные боли в животе. Иван Петрович настоял, чтобы Настя поехала в больницу и сдала анализы. Между тем, проблемы с Региной Федоровной продолжались. Недавно Леша отказался от командировки в Германию. Это был его шанс, ради которого я старалась столько лет. А он его упустил. И Регина Федоровна рассказала об одной такой милочке, которая влюбила в себя Алексея. И тот не смог уехать, ведь это означало разлуку на целый год. А потом эта дрянь нашла себе другого. И Лешенька остался ни с чем. Вот так. Все вы, милочки, одинаковые. Не все, Регина Федоровна. Я не такая. Я действительно люблю Лешу. Не верю ни единому твоему слову. Настя, боюсь, что мама тебя в покое не оставит. Угу. Я заметила. А давай переедем. Куда? К тебе. Ты ведь одна живешь? Ну, да. Ну так в чем проблема? Да ни в чем. Настя еще раз решила поговорить с Иваном Петровичем. Иван, я хочу поговорить с тобой очень серьезно. Уже все сроки вышли. Ты можешь съехать с квартиры? Я хочу привезти сюда другого человека. Ну, хорошо, если ты хочешь. Ой, не обижайся. Я не обижаюсь. Иван Петрович рассказал Насте, просто... что он ознакомился с результатами исследований. Ну, похоже, у тебя опухоль. Тебе надо срочно лечь в больницу. Это очень серьезно. Хорошо, но
Мне сначала нужно поговорить с Лешей. Леш, если ты решишь, что нам надо прекратить наши отношения, я пойму. Честно. Все будет хорошо, я тебе обещаю, мы справимся. Просто Иван Петрович, ну это мой врач, он говорит, что все может быть очень серьезно. Будем надеяться на лучшее. Я буду о тебе заботиться, сейчас можно все вылечить, были бы деньги. Вот-вот, были бы деньги. Будут, обещаю, я на двух работах буду работать. Будут. Настя легла в больницу. Ее очень огорчало, что Алексей приходил все реже и реже. Зато Иван Петрович старался за двоих. Вот. Бульончик. А вот апельсинками закусишь. Вот как ты любишь. Скучно здесь. И Лешка не приходит. Приходит. Не хотел я говорить. Я его в коридоре с медсестрой видел. Он с ней заигрывал. Слушай, ну что ты врешь, а? Мой Лёшка на такое не способен. Он просто много работает. И еще и Регина Федоровна. Да правда. Пора мне, Настенька. Пора. Не скучай. Однако вскоре, как ни странно, врачи сообщили Насте, что она абсолютно здорова. Никакой опухоли у Насти не было. Настя выписалась, но Алексей так и не пришел к ней в больницу. Тогда Настя решила сама приехать к Алексею домой и все узнать. Но дверь открыла Регина Федоровна. Явилась. Я тебе, милочка, теперь все узнаю. Мне добрые люди рассказали, какая ты есть. Ну, вы о чем? О том, что ты психичка. И что приступы у тебя бывают на ровном месте. И про опухоль мне рассказали, которую ты выдумал, чтобы из моего сыночка денег побольше вытянуть. Я не знаю, кто вам это сказал, но это полный бред. Ну да, как же. Полный бред – это то, что Лешенька связался с такой психованной аферисткой, как ты. Я не аферистка. Я действительно думала, что у меня опухоль. Не ври и никогда больше ему не звони. Настя была уверена, что все подстроила мать Алексея. И Настя снова решила посоветоваться с Галиной Тимошенко. Настя, а откуда Регина Федоровна могла узнать о ваших приступах? Да даже не знаю. О моих приступах знал только Иван Петрович. Ну, и вы еще. Ну, я-то не могла сказать это точно. Знаете принцип римского права «ищи, кому выгодно». А ведь точно. И тут Настя поняла, кому было выгодно разлучить их с Лешей навсегда. Ну, теперь-то, Настя, вы согласны, что лучше всего доверять, не теряя при этом головы? И еще, вы все время что-то умалчивали. И с Иваном Петровичем, и с Алексеем. Может, все-таки пришло время... быть честной. Но поговорить спокойно у Насти не получилось. Она сорвалась на крик. Так сильно насолил ей Иван Петрович. Настя сказала, что все знает. Иван Петрович не отпирался. Это все из-за любви. Из-за любви! Что это за любовь такая? Ну, какая есть. В порыве злости Иван Петрович проговорился, что на самом деле Алексей приходил в больницу в первое время, приносил деньги. Иван Петрович деньги брал, но ни копейки не потратил. Все сберег для своей Настеньки. Где Леша? Где? Пропал? Да, он пропал. И не без твоего участия. Ну и для твоей же пользы. Ты же должна понять, что любишь-то ты меня. Не его, а меня. Так, а это вообще не твое дело. Ну-ка быстро убирайся отсюда, понял? Убирайся отсюда, я сказала! Начинается истерика! Я принесу успокоительного! И тут Настя поняла, каждый раз, когда Иван Петрович давал ей лекарства, у нее начинались боли в животе. Что это за таблетки? Ты меня что, отравить хотел? Как у тебя язык повернулся говорить такое? Да потому что каждый раз, когда я пила эти таблетки, мне было плохо. Настенька, я только хотел, чтобы ты поняла, как тебе нужна моя любовь и забота. Да? А если бы я умерла? Ты бы меня и после смерти любил, да? И заботился бы. Ну как ты можешь так говорить? Ну ведь ты для меня все. А ты для меня? Ты для меня теперь никто! Настя кричала, что ненавидит Ивана Петровича и больше не хочет его видеть в своей жизни. Сердце Ивана Петровича не выдержало. Настя испугалась. Иван, что с тобой? Иван, дети, куда же нет? Сейчас. Алло? Алло, скорая!
Настя Скопцева испытывала панический страх перед собственной свадьбой и обратилась к психологу Галине Тимошенко. Галина рекомендовала отменить свадьбу, но Настя не решалась. Приступы паники случались все чаще, и Настя попала в больницу. Однако анализы показали, что Настя здорова. Оказалось, что все подстроил Иван Петрович. Настя была возмущена, и они сильно поругались. Но в процессе ссоры Ивану Петровичу стало плохо с сердцем. Врач сказал, что у тебя больное сердце. Но почему ты скрывал? Ну, Настенька, я уже полгода болен сильно. Ну, я же сам врач. Я хотел последние дни с тобой провести. Потому и торопился со свадьбой. Пожалей меня, Настенька. Я умру, тебе все оставлю. Настю не интересовало, что он ей оставит. Но ей было так жаль его. Хорошо. Хорошо, я обещаю, что я буду заботиться о тебе. Но замуж я за тебя выйти не могу. Настя твердо решила поговорить с Алексеем и все ему объяснить. Леша, мне столько нужно тебе объяснить. И так все предельно ясно. Нет, не ясно. Это все подстроил Иван Петрович, понимаешь? Если хочешь, спроси у него, он тебе сам все объяснит. Но он это уже сделал. Леша, зачем ты меня обманула? Это не я. Леша, это он специально сделал, чтобы ухаживать за мной, чтобы я к нему вернулась, понимаешь? Ты что, с ним спала, что ли? Нет, ну то есть, да. Леша, ну прости меня, я люблю только тебя, пожалуйста. Я тебя прошу, не уезжай. Леша, я только тебя люблю. Полный бред. Леша, не уезжай, я тебя прошу, не уезжай. Леша! Все, я согласна. Я согласна и на то, чтобы быть с тобой, и на нашу свадьбу. Ты серьезно? Да. Мне теперь все равно. Девочка моя, я все для тебя сделаю, обещаю. Наследство к тебе перейдет. Ой, да не нужны мне никакие деньги. А вот в ЗАГС мы пойдем. И чем быстрее, тем лучше. Сегодня мы зарегистрируем брак Красносельского Ивана Петровича и Скопцевой Анастасии Михайловны. Настя чувствовала, что у нее начался новый приступ удушья. Но она была полна решимости довести церемонию до конца. Настенька. Анастасия Михайловна, может быть, прервемся? Нет, продолжайте, все в порядке. И прежде чем зарегистрировать ваш брак, я обязана спросить у вас, является ли ваше решение обдуманным, хорошо обдуманным, искренним и свободным? Настя с трудом понимала, да, что она говорит и что делает. А вы, Анастасия Михайловна? Но тут... Да, я согласна. Не делай этого. Леша, нет. Леша, нет, уже поздно. Я согласна. Где ставить подпись? Я тебя люблю, я тебе верю. Не делай этого! Ты от одного к другому проститутка! Ты меня простишь? Да, Леш, я тебя люблю. Алексей объяснил Насте, что только что узнал о ее свадьбе и успел буквально в последний момент. И что больше никому никогда не отдаст Настю. Никогда не задумывались о том, почему люди так легко соглашаются с тем, что они кому-то что-то должны. Почему примиряются с необходимостью постоянно оправдывать чьи-то ожидания. В институт поступают не в тот, в который хотят, а в тот, который родители выбрали. В брак вступают не с тем, кому душа лежит, а с тем, кто изо всех сил добивается этого брака. Ну, выходил Иван Петрович Настю после нервного срыва. Спасибо ему за это. Но почему в благодарность нужно замуж за него выходить? А просто потому, что страшно. Ведь он так ждет этой свадьбы. Не оправдать его ожиданий, и же потом всю жизнь чувствовать себя неблагодарным поросенком. Вот получается, что с помощью таких ожиданий очень легко можно управлять Настиным поведением. Ведь ее мнение о себе полностью зависит от мнения о ней окружающих. Например, Ивана Петровича. Захотела, чтобы Настя двинулась в эту сторону. Она и двинулась. Захотел повернуть ее в другую сторону. А куда ей деваться? Но разве так уж необходимо эти ожидания оправдывать? Вы уверены, что этот вагончик, Настя, обязательно должен следовать за этим паровозом? На самом деле нет.
начнут смотреть. И всего-навсего для этого только и нужно набраться мужества и самой определить свое положение относительно паровоза. Вот так. Или вот так.